Калининском районе наркоманов лечат с применением новейших технологий. Групповые тренинги проходят в Центре социальной помощи семье и детям на Гражданском 105, корпус 1. Камень, скалы, горы вдалеке. В этих очках трехмерная картина жизни, той, которая должна быть, дополненная реальность, альтернатива реальности дурмана. А это групповые занятия, декларация побед, во время которых не стыдно сказать «Здравствуйте, я наркоман». Давайте поаплодируем друг другу, потому что мы большие молодцы. А это уже совсем медицинская технология. Комплекс биологической обратной связи – этакое физиологическое зеркало, в отражении которого можно влиять на реакции человека и нужно на реакции наркозависимого, чтобы он стал спокойней. Впрочем, вместе с зависимыми подобные сеансы посещают и созависимые. Сын Елены – наркоман, дай бог в прошлом. Все равно в любой семейной жизни, да, есть у родителей ссора с ребенком, поэтому, поругавшись, я прихожу, сообщаюсь с психологом, успокаиваюсь. Отделение социального сопровождения наркозависимых появилось 4 года назад, как пилотный проект. Сначала ставку делали на те самые новые медтехнологии. Сегодня занимаются и социальными проблемами, или, как их тут называют, гражданскими вопросами, свойственными контингенту. Получить полис ОМС, восстановить прописку, а то и паспорт, в конце концов. Это, как правило, вопрос трудоустройства, содействия в трудоустройстве. Это какая-то психологическая помощь. Это очень часто требуется юридическая помощь, потому что у нас очень распространенное бывает, когда наркозависимый уже успел обратиться в банки, набрать множество кредитов, и становится вопрос, как ему выплачивать. Сухая статистика. За 4 года работы районного центра социальной помощи семье и детям удалось столкнуть с тропы дурмана 20% обратившихся. 1/5. Много или мало? С точки зрения точных наук, КПД невыразительный. Если мыслить спасенными человеческими судьбами, неоценимый.